В честь праздника Наурыз сотрудники городской библиотеки номер 7 организовали интеллектуальную игру, которая состояла из нескольких этапов. Школьники, принявшие участие в ней, разделились на две группы по три человека. Они отвечали на самые разнообразные вопросы касательно темы национальных ценностей, поделились своими знаниями о казахских традициях и обычаях. Сегодня проводится интеллектуальная игра среди школьников. В будущем наши школьники будут больше знать о своих традициях, культурах, истории. Сегодняшняя тема – это казахская юрта. Все, что связано с юртой, даже пословицы и скороговорки. Поэтому сегодня показывают хороший результат наши школьники. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы во всех школах проводились такие мероприятия.